С наступлением сумерек городская котельная превращается в уникальный арт-объект. Со всех сторон здание освещается лазером. Необычное сочетание архитектуры и изображения. Это первая в России такая медиаинсталляция. Над проектом трудятся инженеры из Москвы. Уникальность, что контент, он будет подготовлен с некой историей, с неким посылом. То есть это история... История нефти. Световая проекция создается с помощью 7 лазеров. Это нестандартное техническое решение. Лазерные лучи охватят все стороны здания, все 360 градусов. В мире пока нет таких инсталляций, говорят инженеры проекта. Практически человек может обойти весь этот объект и увидеть какие-то определенные графические картины. Здесь мы контролируем каждый лазер по отдельности. Это центр управления инсталляцией. Менять изображение можно каждый день и управлять с мобильного телефона. Пока объект работает в тестовом режиме. Первую цветовую проекцию альметьевцы увидят в новогоднюю ночь. Поднимаемся по ступеням. Можно видеть, будут такие закручивающиеся спирали. Рядом с котельной появится еще один арт-объект. 10-метровая световая скульптура «Солнечный факел». Символ нефтяного края. Раньше в городе было очень много газовых факелов. Они светились повсюду, и это такой, ну, как бы, образ уходящей натуры. Сейчас идет монтаж конструкции. Светодинамическая система преобразовывает солнечную активность. Автор – известный московский художник Виктор Поляков. Будет ощущение хаотики, ощущение пламени горящего на самом теле скульптуры. На скульптуре будет установлена и смотровая площадка, откуда жители смогут увидеть всю красоту города. Юлиза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.